Здравствуйте, дорогие друзья, читатели, почитатели рецептов народной медицины из Уральского казачества. Я Глеих Владимир Андреевич, онкотравник, целитель степной зоны Южного Урала и Зауралья, ныне проживающий в Германии. Предоставляю вам на всеобщее обозрение золотой дождь, вернее, зеленые ядовитые стручки золотого дождя. Сегодня 13 июля 2019 года. Сейчас я буду собирать эти ядовитые стручки для приготовления моей колдовской мази. Эти зеленые стручки входят как составная часть. Колдовскую мазь, содержащую эти ядовитые зеленые стручки, ни в коем случае нельзя мазать на кровоточащие раны, только на зажившие раны или на заживающие. Алкалоиды стручков золотого дождя очень сильно обезболивают мышцы ног, рук, костей ног, рук и других частей тела. Это очень эффективное обезболивающее природное средство. В официальной немецкой медицине алкалоиды этого растения используются как местное, в анестезии, как местное обезболивающее средство. Это растение уже достаточно накопило ядовитых веществ для того, чтобы приготовить болеутоляющую колдовскую мазь. Вот видите, какие зеленые стручки. Еще неделя, и стручки на жаре начнут высыхать и лопаться. Поэтому я своевременно сейчас буду собирать сырье этого лекарственного кустарника. Для приготовления моей колдовской мази я буду также использовать желтые соцветия этого красивого лекарственного кустарника или дерева, которое я уже заготовил заранее в мае месяце и качественно высушил в тени на балконе. Итак, приятного вам просмотра. Вы можете меня найти во многих социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в моем мире, в Твиттере и других социальных сетях. Если напишите в поисковой системе «Глеих Владимир Андреевич». Дай Бог всем здоровья и долголетия. Обращайтесь ко мне, если будет срочная необходимость в помощи.